Амина Агаларова, гости начинают собираться задолго до начала шоу. Несмотря на личное знакомство с певцом, многие из приглашенных ни разу его песен не слышали, а некоторые, если и слышали, то понятия не имели, что это поет именно Эмин. Минут через 15 начну слушать. Впервые? Впервые. Меня поразило качество музыкального материала, прежде всего, потому что до этого, когда я слышал песни по радио, я был уверен, что это зарубежный артист.